А теперь подробнее об этих и других новостях. Защита прав – главная задача профсоюза. В картинной галерее состоялся семинар Московской областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Члены профсоюза обсудили вопросы, связанные с нарушением прав работников предприятий. Подробнее в нашем сюжете. Решение трудовых споров, защита прав сотрудников и льготы – то, чем занимается профессиональный союз. На предприятиях Московской области работает более 800 профсоюзных организаций. Из них 100 – это люберецкие объединения. Нет другой сегодня организации, кроме профсоюзной организации, которая думала бы по-настоящему о человеке труда. Мы оказываем очень много материальной помощи в связи с пандемией. Мы заключаем соглашения с нашими ведомствами. 2021 год объявили годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов. Федерация независимых профсоюзов России на этот период утвердила план мероприятий. Встречи и семинары помогают привлекать новых членов профсоюзной организации. На собраниях выявляют те вопросы, которые возникают между работодателями и сотрудниками предприятий. Мы почти 5 лет пробивали вопрос о индексации заработной платы наших государственных служащих в органах исполнительной власти. В 2020 году перед нашей как раз конференцией областной мы сумели решить этот вопрос, индексацию на 10%. Решать вопросы помогает трехстороннее региональное соглашение. Документ подписали Союз работодателей, правительство Московской области и объединение профсоюзов. Региональное соглашение – основа для переговоров и заключений документов на областном уровне. Приоритетные цели договора – обеспечить граждан правом на достойный труд, повысить качество жизни работников и их семей, расширить возможности профессионального роста. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.